Вифлеемский отель. Не бойтесь, у меня полно номеров. Все с новейшими коврами. У меня отходят воды. Ступайте в хлев, но непременно загляните к нам на завтрак, которого не будет. Тушься, дорогая, доктор будет с минуты на минуту. Шалом, друзья! Шалом, доктор Ник! Отличное известие! Кесарь придумал кесарево сечение. Гоните его прочь! Вот уж не думал, что он станет моим божеством. Он нас носит к мессии. Он нас носит к мессии. Верни, верни, он нас поубивает. Ну, вылитый его отец. Не ты. О, я не отец, я и не волк, я никто. Это мое худшее Рождество. Может, глоточек красненького меня ободрит? Мое вино превратилось в воду. Кто автор жестокого чуда? Ах ты, гаденыш! Йосиф, нет! Он должен дожить до 33 лет, когда он будет предан друзьями и распят. Прости, сынок. Когда в мире кому-нибудь плохо, он плачет. Сделай что-нибудь. Я? Но я смотрю апельсиновый кубок. Живо! Любишь смешные номера? Ну, Волф, держи два. Ну, я сейчас... Не шевелись! Похоже, наш нетрадиционный быт налаживается. Проезд 75 центов. Я раньше не замечала эту вывеску, а я очень наблюдательна. Наверное, эта дорога только недавно стала платной. Они не могут заставить меня платить за то, чем я пользуюсь каждый день. Что дальше? Налог на шпатель? А у тебя есть выбор? Старая дорога крохоборов. Вуаля! Это по-французски «та-да!» Боже, ты им показала! Раз она не платит, я тоже не буду. Конечно, не будешь. Мы в одной машине. Я просто хотел поддержать беседу. Никто не ездит через пункт оплаты. И я не буду. Черт, нам нужны эти 75 центов, чтобы обеспитонить городской фонтан. Мы должны заставить этих скряг ездить по платной дороге. Вас понял? Живых не брать. Без стрельбы. Я уже взвел курок. Хорошо, стреляй в камин. Ирод гонится за младенцем. Тревога, тревога. Нужный вам мальчишка там. Прочие жильцы жаловались на беспрестанные пеленания день и ночь. Шеф, неудобно как-то убивать младенца. Спокойно, парни. Эта тайна умрет вместе с нами. Евангелие от Матфея. Крутая завязка для моей книги. Вот они, его светящийся череп. За свечением. Они подсунули нимб утки. Какое низкое коварство. А ты что вытворяешь? У нее же нимб. Слава крякве. Вот вам и елки-палки. Чудесный праздничный куст. Назовем его рождественской елью.
Рождественская ель, как красиво. И сразу так тепло на сердце. Держи, приятель. Что это? Письмо из 1966 года? Здесь написано, что у меня нет аллергии на пыльцу. Значит, я мог ходить в парк и играть с другими детьми. Я должен наверстать упущенное. В кресле качалки я сижу, детские крекеры жую. Тик-так, 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 банан. АБВГДЖ. Я запарился уже. Это письмо 40-летней давности для миссис Абрахам Симпсон. Для бабушки? 100 лет ее не видели, она сбежала. Сбежала от всего этого? Как глупо. Дед, здесь письмо для бабушки. Открой. Возможно, это последний шанс вторгнуться в ее личную жизнь. Моя обожаемая Мона, ты только что покинула мои объятия, чтобы вернуться к своему мужу Эйбу, а я уже страдаю без тебя. Мона изменяла мне, как она только находила время с ее ночными занятиями гончарным искусством и походами в супермаркет на все выходные. Лиза, тебе рановато читать такое. Почему наше правительство не цензурирует почту, как это делают в других странах? Я знаю, что я всего лишь спасатель, но я хочу, чтобы ты уехала со мной. Если ты не ответишь на это письмо, я буду знать, что ты предпочла жизнь с Эйбом. Но я чувствую сердцем, что ребенок, которого ты носишь, мой. С любовью, Эм. Это смешно. Она носила моего ребенка. Посмотрите, как мы были счастливы. Какого... Гомер, это значит, что, возможно, твой отец тебе не отец. Мне плевать, что написано в этом письме. Этот человек в одиночку вырастил меня. Он столько для меня сделал. Он столько раз... Спасатель, да? Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы снова в дни. В итоге даже Бернс показался мне сносным. Эй, моряк, лицо у меня выше. К Рождеству надежды наши сошли на нет. Симпсон, мы вздорили порой, но сегодня я предлагаю тебе мир. Бритвенный набор? А это крем? Ну, не совсем. Мозги чайки и слизь улитки. Спасибо, лейтенант, и с Рождеством. Поберегись! Один из наших? Плевать, ведь Рождество. Хочется пострелять. Разрази меня, японский генеральный штаб. Прошу, ни один суп не подкопается. Шикарно.